временно разложил половую доску в мощном отделении. Это вот балка и это вот балка половая. Спилены вот под таким вот уклоном. То есть и та то же самое. Вот здесь такой вот зазор получился. Эта доска строго по уровню. Ну, вот такой вот брусочек прижал и делаю черту карандашом снизу. Убрал. Теперь пилю, делаю прорезь. Все. Теперь надо будет закрутить после того, когда все покрашу. Здесь подложу на рубероид бабушки. Все будет жестко. И теперь вот такой вот уклон. Вода будет скатываться вот в эту точку этой доски. И здесь отверстие сделаю, и вода будет сливаться. Пока.